Здравствуйте, уважаемые зрители! Это программа «Мужская компания», я ее ведущий Денис Васильев. И сегодня мы с вами поговорим о монофильных лесках. Монофильная леска – это одножильная нить, произведенная из полиамида, в простонародье нейлона. Лески все имеют определенную растяжимость, поэтому при выборе лески обратите внимание, для чего она предназначена. Потому что при ловле спиннингом используют более жесткую леску с меньшей растяжимостью, чем при ловле карпа либо других видов рыб. Также леска бывает прозрачная и цветная. Тут уже вам самим выбирать, как вам удобнее будет ловить. Если вам нужна визуальный контроль над приманкой, то лучше выбрать цветную. Если же вам эта функция не нужна, то можете спокойно ловить на прозрачную и уже не вязать никаких дополнительных поводков. Лески также бывают жесткие и мягкие. Жесткие лески хуже держат узлы, и они хуже слетают с катушки. Мягкие же лески, они, конечно, получше держат узлы, но они больше путаются. И тут вам нужно самим понять баланс, какую вам лучше выбрать. Так, давайте разберем плюсы лески. Первый плюс, конечно, это прозрачность. Это позволит вам спокойно ловить осторожную рыбу без всяких дополнительных поводков. Это ее выгодно отличает от того же самого шнура. Второй плюс лески – это растяжимость. Леска отлично гасит рывки рыбы, позволяя вам более спокойно и качественно ее вытаскивать. При этом не нагружая спиннинг, катушку, соответственно, увеличивая их ресурс. Также к плюсам можно отнести незначительное сопротивление в воде. Это будет актуально при ловле на маленькие приманки на течении, так как леска имеет либо нейтральную, либо отрицательную плавучесть. Это нам даст спокойно провести легкие приманки у дна, либо в толще воды. Также к плюсу лески можно отнести ее цену. Она в 2-3 раза дешевле шнура. Ну вот плюсы мы разобрали, теперь все-таки давайте поговорим о минусах. Первый минус, так же как и плюс, это была растяжимость. При ловле на дальних дистанциях мы велик шанс, то, что вы не засекете рыбу. И вам надо делать более резкую или размашистую подсечку, чтобы было, так сказать, больше шансов на успех. Второй минус – это память. Это неспособность лески восстанавливаться после ее растяжения. Это один из серьезных ее минусов, потому что после частых растяжений она начинает скручиваться и рваться в самый неподходящий момент. Также при долгом нахождении на шпуле она слеживается, и при забросах начинает слетать со шпули пружиной, соответственно, уменьшая дальность заброса, тормозя переднее кольцо при сбросе. Также к минусу мы берем чувствительность. При ловле, опять же, на дальних дистанциях мы плохо понимаем, что происходит с приманкой, поэтому ловить джигом на леску многие не рекомендуют. Еще один минус – это прочность. При одинаковых диаметрах со шнуром она будет 2-3 раза его слабее. Ну так, тогда давайте разберем, где же лучше всего использовать леску. Леска отлично подходит для ловли ультралайта, малайта, для ловли на течении, для ловли некрупной, в принципе, рыбы. Отлично гасит ее рывки. Она актуальна для спортсменов, которые ловят на безбородые крючки, которым нужна именно эта растяжимость, чтобы рыба не сходила. Отлично подходит для ловли на воблера, на вертушки, на блесна. Также можно ловить, в принципе, и щуку. Но тут уже надо подбирать диаметр. Если для ловли на ультралайт и лайт, как правило, используют диаметры от 0,12 до 0,18, для ловли щуки будут использоваться от 0,20 до 0,4. Но опять же, тут вы будете ограничены тоже приманками.
То есть вы будете ловить воблерами, блестными вертушками. Джиговать вы уже не сможете, так как просто не поймете, что будет у вас происходить на том конце. Но использовать, в принципе, можете для ловли крупных рыб. Итак, сегодня мы с вами разобрали монофильную леску для ловли спиннингом, ее плюсы и минусы, и уже вам выбирать, использовать ее вам или нет. С вами был Денис Васильев. Увидимся на рыбалке.